О спорте. Открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2013» пройдет в это воскресенье, 10 февраля. Подготовка к соревнованиям подходит к завершению. Сегодня организаторы рассказали, что еще нужно сделать. Считанные дни остались до начала самого массового лыжного забега «Лыжня России». Соревнования пройдут во всех городах и районах республики. Главная лыжная трасса, как обычно, будет проложена в столичном парке 500-летия Чебоксар. Ожидается, что в гонке по всей стране примет участие более 1,5 миллиона лыжников. Чувашия традиционно один из самых активных регионов. Мы стали инициаторами проведения более масштабном формате этого мероприятия по всем муниципалитетам. Сейчас мы идем даже дальше, по сельским поселениям некоторые районы практикуют. Именно нашу форму проведения взял за основу и рекомендовал другим регионам Минспорт России. Значительно увеличивается количество участников. Это, как отмечает руководство, хорошая динамика. Но тем самым уменьшается количество атрибутики. Для многих важно не только пройти дистанцию, но и получить фирменные шапочки. Организаторы считают, выделенных 7,5 тысяч шапочек и столько же номеров на всех не хватит. Конкурентов в других городах добавилось, поэтому атрибутики на город сегодня поступает меньше, поэтому город дополнительно заказал сегодня вот мальчики с номерами, которые тоже будут раздаваться сегодня и по школам, и представляться тем, кто будет проходить регистрацию. Представители столичной администрации обещают, что лыжная трасса будет соответствовать всем необходимым стандартам. Кроме самого забега, участников ждет масса сюрпризов. Главная задача, которую мы ставим перед собой, задача, которая поставлена сегодня руководством города перед всеми службами, это качественно подготовить трассу, создать на территории парка 500-летия города Чебоксары хорошую праздничную атмосферу и с бесплатным чаем, и будут работать предприятия общественного и торговли. Также будет подготовлена концертная программа, если позволят погодные условия, также будут работать и аттракционы. Значительное внимание уделено вопросам безопасности проведения массовой лыжной гонки. На территории парка будут работать медпункт, дежурить бригады скорой помощи, безопасность обеспечат наряды полиции. Данифат Агирова, Евгений Анисимов, Республика.